Сейчас скажут нам на словацком, мы едем на Бёрдер Мэй, будем там классно сидеть. Внимание. Нет. Давай, давай, камера сейчас включается. Давай, ну что? Одно слово. Едем мы с камушами сейчас на фестиваль Burning Man, а будем это мать добрый час. А он очень похож на меня. Мы приехали на Плай. Приехали, только вот стоим в очереди. Да, вообще близко. Блять, ты сколько машин? И то мы приехали самые чуть ли не первые. Да. Куча пыли реально. Машинная пыль. Которую реально нет мыть потом. Я хочу сказать, что мы первый день в пустыне. Нас погода встретила очень дружелюбная. Реально очень тепло. Практически ничего не видно. Мы идем в туалет. Его реально не найти. Какие-то люди ездят. Мужик, привет, привет, мужик. Привет. Очень все круто. Вообще, условия идеальные для жизни. Нет, очень хорошо. Вид работы вот. А 24 число. Готовимся. 23, извините. Готовимся к началу Бёрна. Началась пустынная буря. Вообще очень круто. На флаге сегодня. Традиционный грузовик. Завод приехал, можно подзаправить генератор. На генератор нам еще не привезли. А, вода. Это вода. Вот, приехали. Ой, посидите. Черт побери. Шмотки, кондишены. Электрики сделают себе кондишены. А вы алкоголики, извините, пожалуйста. Я занят. А расскажи, откуда пошла куренивка? Почему у вас тут висит? Куренивка откуда пошла? Да. Название. Нет, Серёга, никто не может объяснить. Что-то там нашли уже. Исчерпываюсь, вот, спасибо! Самое главное, это кондиционер. Самый стойкий работает даже в обед. Ребята, которые везут продукты, почитали наш чат, говорят, слушайте, мы почитали, решили, наверное, мы сегодня не приедем. Поедем к вам завтра, а что спешить? Да. Говорю, ну, мы и не готовы. Я говорю, нормально. Блин, второй день буря. Это просто капец. Давай, заводи его. Да, давай. Вот это машина. По три траншеи засыпало за ночь. Приехал наш друг какой-то на Nissan. Сейчас он просто как везла. Вот эта машина 2 дня простояла на Плае. Хотели спросить, как вам второй день на Плае, вот какие есть эмоции, комментарии вообще. Вы хотели взять у нас интервью. Да, ну такое коротенькое. Я на вертикальное видео не снимаю. На вертикальное видео не снимают. Извини, пожалуйста. Второй день. Забавилась музычка. Реально веселее.
фестиваля. Игорюня уже в образе. Все просто офигенно. Делаете на Бёрнмене вдвоем как пара? Мы на одной волне висим. Нужно пробовать как можно больше. Я понял, что самая большая проблема у людей – это их внутренняя скованность и загадость. Я считаю, что я честный, хочу стать еще честнее. Пока что Бёрнмен мне это помог. Бёрнмен – это самое невероятное, что со мной происходило в жизни. Сделать уже, еще осталось у нас 2 дня прекрасных. Сегодня мы идем тусить, наверное, жестко. Думаю, что это поможет. В сексуальном плане тоже? В сексуальном плане, во всех планах. Ну, мы разговаривали с твоим мужем, он говорил, что самое главное – это здоровье, вот такое счастье. Энергия, счастье. Скажи, вот ты как муза, его опора, вот что ты делаешь для того, чтобы он цвел и ваша семья процветала? Ой, я его поддерживаю и люблю. Поэтому Бёрни нам помогает это сделать разными способами. Ну, ты готов отдаться на все 100% Бёрни Мэна? Готов отдаться на 100%, наверное, нет. Урок единственный, тебе надо просто отдаться этой волне и совершенно плыть и не сопротивляться. Первый раз я попал в Америку 10 лет назад, потому что пошел прогулять уроки. Поэтому в первую очередь, когда думаешь о костюме и думаешь о каком-то будешь образе, нужно думать о том, чтобы это было комфортно. Сейчас, потому что постфильм уже второстепенно, это красиво. Вот это, например, это суперкомфорт. Вот для всех вот пар, вот именно вот, чтобы люди ехали не по одному. Вот что вот как вот заставить свою половинку приехать? О, нужно расслабиться, нужно соединиться, обменяться энергией и понять, что ты на одной волне со своим партнером. А ты все, плыви по течению. Burning Man чудовый. Приедем из Топнамороко с своей компашкой. Сидеть, гулять и развлекаться. Сегодня у нас день X. Едем гулять. Понятно. Всех люблю. Супер. Едьте на Бёрнмен. Мама, прости меня. Вот это действие. Мама, мама тебя не простит уже за то, что на Бёрнмен поехал. Это твой костюм, да? Да, это мой костюм. Вот сними, вот мой коллега, вот он. По-другому совсем понимаю.